Спортивные мероприятия, традиционные танцы, приготовление национальных блюд. Это все сопровождалось на фестивале «Дружба народов». На выставке блюд посетители мероприятия узнали много нового о культуре приготовления угощений того или иного народа. Представители различных диаспор привезли только самое лучшее. Мы часто участвуем в подобных мероприятиях и берем призовые места. Мне интересно узнавать традиции других наций и заводить множество друзей. И в дальнейшем развивать наши дружеские отношения. Блюда, которые мы предоставили, мы готовим и дома. Эти блюда помогают вылечиться. По словам организаторов, данный фестиваль улучшит отношения разных народов, проживающих в Джалалабаде. Они отмечают, что это укрепит социальное положение жителей, так как в южном регионе немало проблем, в том числе и социальных. Как мы знаем, в Кыргызстане живет много национальностей, большая часть из которых живут в южных регионах. Из-за этого мы и организовываем мероприятия подобного рода. Подобные мероприятия в городе Джалалабаде проводятся ежегодно, так как здесь проживает большее количество народностей. Так как этот год объявлен годом развития регионов, здесь будут организованы множество тематических мероприятий для повышения потенциала различных национальностей. Наше следующее мероприятие будет в мае. Его организует турецкая диаспора. В перспективе организация множества мероприятий. Это делается для улучшения отношений между разными национальностями. Для посетителей данное мероприятие оставило множество положительных эмоций. Как отметили представители местных властей, с мая этого года организация подобных торжеств будет только увеличиваться. Стоит отметить, в Джалалабадской области проживает более 120 диаспор, 80 из которых живут в городе Джалалабаде. Дастан Касканов, Тазагуль Шамшиева, Эрнисто Муралиев, Нью ТВ, Джалалабадская область.